доброго времени суток и добро пожаловать ко мне в гости. Для тех, кто не знает, меня зовут Оля, я проживаю в Германии. И мой влог о комнатных растениях. Сегодня хочу показать я вам свой заказ, друзья. Кто меня давно смотрит, тот знает, что я очень люблю такие растения, как хоя. И в последнее время я решила, что акцент я буду делать именно на эти цветы. На эти растения. Сегодня с утра нам привезли посылку. Я всю распаковку не буду показывать. Может быть, поставлю вам вот здесь вот небольшой кусочек видео. Почему я не буду показывать всю распаковку? Потому что вы знаете, что с Валериком это сделать спокойно и без стресса невозможно. Тем более для вас. Потому что есть зрители, которые не могут спокойно смотреть участие моего сына в моих видео. И вот я немножко берегу нервы таких людей и не включаю в свои видеоролики всю съемку с Валериком. Но снимаю для своего архива для дома. Поставлю вам, конечно. Ну, я заказала на eBay у одного человека. Записала я видео. Надеюсь, сейчас он ляжет спать. У меня здесь видео няня, и я вижу. Вижу Валерку. Улегся. Так вот, человек занимается растениями разного вида, разного сорта. А немец. У него своя Kleine Gewerbe, а может быть и Große Gewerbe, я не уточняла, но то, что Gewerbe у него есть, то есть он частный предприниматель, это я знаю точно. А прежде чем заказывать, я посмотрела все его отзывы, 100% позитивные отзывы, люди довольны, и особенно, чем я довольна, и они, очень быстрая доставка. Ну да ладно, я не буду вас томить, друзья, я вам покажу, что я в итоге заказала. Заказ я сделала во вторник, сегодня четверг, 18 апреля 2024 год. Вот такая замечательная хоя грацилис ко мне приехала. Вот так она выглядит. Еще какое-то название у нее есть на русском. В голове крутится, не могу вспомнить. А! Хоя изящная. Хоя изящная. Имеет вот такие реально изящные листики. Листики, знаете, не такие толстые, как у хоя карноза, не такие плотные, если быть точнее. А вот такой легкий сплэш имеет. Сам вот этот усик, да, который она выдает свою плеть, тоже такой вот, знаете, зеленый окрас. Часто они бывают у хои в бордовый переходят. Это зеленый. Листья тонкие, острые. И будут вырастать, как я поняла, где-то 7-10 сантиметров в размере. Также она, конечно же, и цветет. Очень красиво. Я смотрела на YouTube. Также у людей, у кого есть такая вот хоечка грацилис. Грацилис. И цветет она красиво. А рост у нее, как я поняла, быстрый, а не привередливая. Но, знаете, я ее уже здесь сама, я не знаю, видно вам, не видно. Я вот здесь такие скобы поставила, две штуки. Потому что вот такой один усик, он был слишком длинный. И, знаете, как будто... Наверное, пересаживали, как пикировали, я думаю, растения. И неудачно заглубили в землю. Я поэтому не стала рисковать, чтобы он у меня или отсох, или отвалился, или оторвался. Я его скрепкой туда заглубила, прицепила, и пусть он укореняется. Так, земля влажная. Видно, их хорошо поливали в тепличке. Или перед отъездом ее хорошо так пролили. Потому что они все влажные. Также она пришла, знаете, вот сейчас уже листики более-менее в себя пришли. Потому что я тоже в тепличку поставила. Я вам покажу потом, когда закончу свою съемку.
листики были, знаете, такие, как будто замерзшие. На улице у нас 3 градуса тепла, похолодало. Хотя продавец тоже позаботился об упаковке. Тоже вы на видео это могли видеть, когда я вам кусочек вставляла, да, с распаковкой. Вот так вот. Хорошая хоя. Вот так. Я, если честно, заказ делала больше из-за нее и еще из одной. Сейчас я вам ее покажу. Вот эти две виновницы моего заказа. А остальные тоже я не прочь их иметь, потому что в наличии у меня их нет. И так как я больше стараюсь коллекционировать хои, то как бы они мне нужны. Еще раз покажу поближе. И сейчас покажу вам вторую. Это вот такая хоечка, красавица. Это фламинго дрейд, по-моему, так называется. Имеет вот такой красивый листик. А когда она загорает или под лампой стоит, вот такой листик имеет. А листья такие немножко круглой формы. А сплэш такой идет. А нет, не сплэш, варигатность идет такая по краю, да, кремовая. А ну вот, чем больше будет солнечных лучей или света, то это будет все вот таким вот становиться. А эта хоечка тоже, как я поняла, быстро растущая. А у нее, вот смотрите, листики растут, череночки, вот у нее бордовые, уже не такие светло-зеленые, у нее бордовые. И сами черенки, они плотнее и толще, ее усик. Вот здесь она засушила его, наверное, у них уже, но я не отрываю, не отрезаю и не буду. А я сначала хотела, вот здесь вот что-то они обрезали, видать, ее делили, наверное, тоже на продажу. А так беспощадно черенковали. Хотела я сначала делать пересадку, но не буду. Посмотрела грунт, в принципе, он нормальный. Мне главное, что продавец не посадил их в кокосовый субстрат, или что она не во мху сидит. Это для меня очень важно, потому что многие сажают хои в мох и также кокосовые чипсы или кокосовое волокно добавляют. Я считаю, это не нужно делать. Ну, кому нравится, пусть, конечно, это делают, но я против. Поэтому, если бы здесь я увидела это в грунте... Маркиза? Маркиза? Лазит на кухне меделовая. Представляете, она мне сломала сейчас всех, почти практически всех деток с моего хлорофитума. Запрыгнул, он у меня в ванне стоял, а я его как раз душем полила только, да, прополоскала, подушивала. Он сажал, стоял там, балдел, она запрыгнула, сломала мне всех деток и сама слетела с этой ванны. В шоке с нее. Вот такая вот хоечка. Так, это вторая. Третья хоя, это вот такая хоя Розита. Хоя Розита. Вот здесь немножко повреждение на листике у нее. Но это не страшно, друзья. Это не страшно. Нарастит новые. Главное, что они здоровые, не замерзшие, крепкие. Вот она тоже, знаете, такая немножко померзлая пришла. Но сейчас она уже оклемалась. Постояла вот пару часиков. А вот, это не вредители. Вдруг кто-то подумает, что это мучнистый червец или еще там что-то. Нет. А хоя имеет способность, такое свойство выделять такой воск, вот именно вот он есть, да, вот этот сок белый, потом как воск он делается тоже. А некоторые шкрябают это все, убирают, удаляют. А это делать не нужно, это совершенно им не вредит. Она имеет хорошо, вот она укореняться может, это Розита, видите, у нее воздушные корни прям хорошие. Это означает, что ее можно и прекрасно сажать на какой-то тотем. Вот. Но я ее, наверное, буду... Не знаю, как я буду еще ее растить, если честно. А может быть ампельно, может быть в какую-то дугу закручу ее потом на опору. Посмотрю. Так, пыльная земля рассыпалась немножко при транспортировке. Посмотрю, друзья.
Пока что вот поставлю их на адаптацию в тепличку в свою, поливать не буду до полного просыхания грунта, хотя вот этот, он, я не сказала бы, что он влажный, нормально. Тут тоже вот у нее была куча корней, уже ее черенковали, вот, хорошо все. Так, и четвертая, которая коечка ко мне пришла, это все у него было предоставлено в наборе. Набором он продавал. А было две возможности купить такие наборы, они одинаковые были. Уже их нет. Я купила, еще кто-то умный тоже успел купить. И вот я взяла еще Хои Ваети триколор. Я уже умудрилась сломать лист. Вставлю здесь вам кадр этого листика. Откуда я его сломала, друзья? Вот отсюда. Вот. Я его сломала. Сама виновата. Но ничего страшного, во-первых, нарастит. А во-вторых, он был немножко попорченный. Я вам покажу тоже там. Вот. Не знаю, как будет расти именно вот этот триколор. Обычная Ваети у меня есть. Кто меня смотрит, тот знает. А растет средняя скорость. Это, знаете, не такая хоя, которая вот встала и в год там по 1-2 листика дает. Нет. Обычная Ваети, она у меня осенью, зимой, вот даже вот она у меня с осени, да? Где-то с конца сентября, с начала октября. Она мне уже листиков, ну, минимум 10-15 надавала. Это минимум. Ну, я думаю, это также хорошо будет расти. Листики красивые. Вариегатность вот такая вот. Расцветка у нее красивая, интересная. На солнце это будет вот такое кремовое. Кремовое, нежно-зеленое, бледно-зеленое. И также с розовинкой она может идти. Так. Я у него купила. Я цену, цена какая не буду называть, да? Потому что, ну, зачем это, да, я думаю. А короче, я скажу одно. Вот у другого продавца, тоже на eBay, я смотрела вот такую вот фламинго дред. Вот один в один. Я даже листики посчитала. Листики посчитала специально. И у него она стоила, как вот я полностью за весь этот комплект заплатила, да? И плюс еще пересылку человек хотел. Поэтому я делаю выводы, что я купила очень выгодно и дешево. А почему я еще купила у этого продавца, а не поехала в магазин, например, да? Знаете почему? Потому что вы знаете, что я без конца езжу в магазин, а купить какие-то виды хои, и их просто нет. Их нет. А у кого-то на другой земле в Германии их выше крыши, бери, не хочу. А у нас нет. У нас чаще всего это можно встретить австралийская лиза, хоя лиза, которую я, в принципе, себе купила и очень рада. Это супер хоя, красивая, беспроблемная, быстро растущая. Ну, вообще чудесная. Поэтому, если кто не взял еще и хотел, берите. А вот хоя лиза у нас часто бывает. А потом карноза триколор бывает. Я все думала взять себе тоже ее, но что-то меня останавливало. Хотелось какой-то другой вид, знаете, потому что как бы карноза есть уже, карноза триколор как бы может подождать. Ну, в следующий раз возьму. Еще есть у меня, конечно, в моих хотелках другие виды такого прекрасного растения, как хоя. Ну, называть не буду. Во-первых, я не все еще запомнила, да. А во-вторых, как бы, как говорится, вот так вот свои идеи расскажешь, да, и как вот мечты, свои планы, и это может не сбыться, да, тоже есть такое у людей. Поэтому не буду. Вот как в магазине увижу, встречу, буду снимать видео для вас и скажу, вау, это именно то, что я хотела, да. Вот так. Еще раз покажу. Довольно, довольно заказом. Уже оставила хороший отзыв этому продавцу.
написала чуть ли не поэму целую, да, как я довольна, как я рада, как он упаковал, как он быстро прислал, довольна растениями, их видом, ценой, всем довольна. И, конечно же, также написала, что «Natürlich ich empfehle das». Ну, то есть, что, конечно, я этого продавца рекомендую, да. Вот, 5 звездочек поставила, за Шнель и Ферзант написала, все как нужно. Буду заказывать у него еще, и у него есть еще другие хоечки тоже, которые мне приглянулись. Вот там несколько есть, которых я хочу. Но цена уже, знаете, не такая как бы бюджетная, как вот за все вот эти я заплатила. Почти дубль прайс, то есть в два раза дороже будет стоить горшочек. Ну, может быть, он немножко побольше размером будет, но примерно вот с такой растительностью, да? А цена, как говорится, уже не каждый поймет, да, особенно люди, которые не занимаются растениями, могут схватиться за голову и сказать: о, нет, за такой кустик еще столько платить. Я считаю, оно того стоит, тем более, что этот кустик будет расти и радовать меня в дальнейшем. А когда это все зацветет, друзья, то это вообще, это радости моей не будет предела. Что отсвечивает, или я думаю, что-то на волос попало. Вот так вот, друзья. Сейчас у меня получается 8 вид хвои. И как вы поняли, это еще не конец. Я поставила их вот сюда, в тепличку, вместе с моей азалией. А крышечкой накрою все. Крышечка там на кухне стоит. И поставлю, и пусть будет стоять. Так. Ну, дней 10 я точно не буду поливать, потому что, может быть, знаете, вот эту, как ее называют, вот эту вот хоя розини, розита, вот, путаю, видите, название, они похожи между собой очень часто, и путаю. Хоя розиту я полью дней через 10, и все. И пусть стоят, адаптируются, в себя приходят и меня радуют. Ну и, конечно же, я вам буду показывать по мере возможности, как они себя будут чувствовать и т.д. и т.п. Спасибо всем большое за просмотр. Благодарю всех за ваши лайки и комментарии. Желаю всем всего хорошего, всем удачи и пока!